Полупустые коридоры в городской детской поликлинике – картина не совсем привычная, но приятная, особенно ранним утром в будний морозный день. Это самое яркое и весомое подтверждение того, что эпидемия гриппа и ОРВИ в Бресте под особым контролем. Пика заболеваемости в период предполагаемого сезонного подъема нет. Болеющие, конечно, имеются, однако число их не превышает пороговый эпидемиологический уровень. Подъем заболеваемости прогнозировался на конец января, начало февраля. Мы у себя по поликлинике не отмечаем роста заболеваемости. Да, отмечается повышенная обращаемость за медицинской помощью. Но это обычные наши заболевания. Заболевания острых верхних дыхательных путей, острые респираторные заболевания. На сегодня ни одного диагноза гриппа мы еще не поставили. Значимую лепту в такой отличный результат внесла прививочная кампания. Врачи отмечают, именно вакцинация поспособствовала снижению уровня заболеваемости. Свыше 40% от общего числа жителей города и района, а это практически 129 тысяч брещан, защитились самым эффективным способом, заблаговременно получив прививки против гриппа. И, как показывают результаты проведенных медицинских наблюдений, болеющих гриппом и ОРВИ в Бресте стало меньше более чем в 3 раза. Оптимальные показатели способствуют тому, что вот уже 6 лет у нас не было так называемых эпидемий на территории, школы на карантины, так называемые, давно не закрывались, то есть что благоприятствует, конечно, приостановка учебного процесса отрицательно сказывается на процессе образования. То есть вот это все подтвердило эффективность вакцинации, что в этом году также дает свой результат. Об отсутствии всплеска заболеваемости свидетельствуют и аптеки Бреста. Ажиотажа здесь, как и в городских поликлиниках, нет. Ситуация спокойная и стабильная. Большой запас противовирусных препаратов так и остается лежать за стеклами аптечных витрин. Готова на 100% к встрече заболеваемости. И если она существует, то мы даже и не замечаем, потому что потока населения большого нет. Лекарственные средства, необходимые для лечения ОРВИ и гриппа, имеются в полном объеме. Большой ассортимент белорусских отечественных лекарственных средств для симптоматического лечения, для снижения температуры, для симптомов, которые сопровождают заболеваемость, которые сопровождают грипп. Поэтому выбор очень большой. Отсутствие эпидемии, тишина в аптеках и поликлиниках города, скорое наступление весны – вовсе не повод расслабляться и забывать про элементарную профилактику. Соблюдать правила здоровья и долголетия нужно всегда, вне зависимости от времени года и жизненных обстоятельств. Соблюдать здоровый образ жизни, конечно же, в первую очередь. Но если заболел, то лучше сначала полечиться такими народными способами. Например, ноги парить, чай с малиной, с медом. Еще молоко, мед, масло. Чтобы не заболеть, кушать витамины, морковку, ходить, дышать свежим воздухом. Мне кажется, просто профилактика должна быть. То есть изначально, может, какое-то закаливание, может, какой-нибудь имбирный чай. Побольше витаминов кушать, как бы, ну, вести более правильный образ, более такой образ жизни.